Когда речь идет о ремонте дорог, эмоции зашкаливают. Так прокомментировал глава региона Игорь Кошин одну из самых наболевших проблем округа. На расширенной планерке руководителей органов власти, местного самоуправления, окружных предприятий и организаций глава региона жестко поставил вопрос о ремонте дорог в окружной столице, а точнее об его отсутствии. И потребовал от руководства городской администрации, управления строительства ЖКХ НАО, производственных предприятий дорожной отрасли максимального участия в решении проблемы. Контроль этого вопроса Игорь Викторович возложил на своего заместителя по инфраструктурному развитию Владимира Бланка. Напомню, вопрос о кадровых изменениях в сфере дорожного строительства уже решен. Новым руководителем профильной дорожной организации «Нарьян-Мардоремстрой» стал Евгений Елисеев. Новому руководству придется также разобраться с составлением сметных расчетов на производство работ и заключить до середины августа коллективный договор, о чем просил коллектив предприятия на встрече с главой региона. А в качестве усиления ответственности должностных лиц глава региона предложил оригинальный способ. Пусть водители и пешеходы знают своих героев, сказал он. Вот давайте мы по городским, по искательским дорогам, мы поставим таблички на этих участках. Значит, чтобы было понятно, чья это дорога и кто несет ответственность за ее состояние. С фамилией и телефоном.